постановлении указано на получение оперативной информации о том, что причастники незаконному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств. Согласно сведениям, представленным ФСБ, обстоятельств, препятствующих проведению РЭМ, нет. В соответствии с этим мы будем проводить данную РЭМ. Можно чемодан? Это что у нас? Дробовик. Дробовик? Да. Здесь что у нас такое? Гильзы, патроны. Боевые? Частично боевые. Частично боевые, да?